В юбилейный для города 2019 год в Чебоксарах запланирован рекордный объем ввода жилья – 430 тысяч квадратных метров. План выполнен почти наполовину. Этот и другие вопросы обсудили сегодня в столичной администрации. 208 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья и почти 3 тысячи индивидуального. Такой результат работы чебоксарских строителей за 6 месяцев этого года. До выполнения годового плана осталось ровно половина, и она будет сдана в срок, заверили в городской администрации. Но, несмотря на это, есть застройщики, которые не выполняют свои обязательства перед участниками долевого строительства, оплатившими свои квартиры в микрорайоне Лента и Садовой. К сожалению, еще есть официально 3 признанных проблемных объекта, с которыми совместно ведем работу с Минстроем Чувашии, также руководством республики. Например, по улице Гражданская удалось найти инвестора и уже запустить процесс внесения изменений, то есть замена застройщика. Уже направлены документы в Москву, Минстрой России. Чтобы проблем по выполнению обязательств не было, в соответствии с законом с июля этого года вступили в силу эскроу-счета. Проблемы у застройщиков все ли перешли или рассчитывают на собственные силы? Как это может сказаться? Большинство из них проблем этих возникает в связи с непогашенными какими-то кредитами и так далее. То есть они попадают в красную зону кредитных организаций, где очень проблемно получить эскроу-счета. Конечно, переходный период будет непростым, но как бы там ни было, работать по старым правилам застройщики уже не смогут, отметил сити-менеджер Чебоксар. Есть вопросы и по инфраструктуре. Довольно-таки часто горожане или приезжие, покупая квартиры в новых микрорайонах, и выслушав обещания застройщиков о строительстве объектов социальной или транспортной инфраструктуры, остаются в недоумении. Детский сад или школа, или дороги годами не строятся. Есть же, конечно, и проблемные моменты, где какие-то частные земли находятся после утверждения проекта планировки, проекта межевания и в процессе освоения. Территории застройщик обязан был выкупить и спроектировать. Такие моменты тоже есть. Ну, решаем в рабочем порядке. Возможно, что придется внести изменения в личные договоры, где детально прописать, какие обязательства берет на себя застройщик в плане инфраструктуры. В связи с изменениями в законодательстве контроль за строительными организациями явно ужесточен. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика.